Так, эту тарелочку я забрала у Татьяны Викторовны, это Алиса не доела Пасху и кулич. Я доем, нельзя это выбрасывать. Ребята, какой шикарный сыр мы купили. Что, дочь? Алиса хочет Синди выгулять. Надеть шлейку. Тихо. Сади ее. Сади. Ты-то сиди, моя маленькая, сиди. Я же знаю, что ты хочешь гулять. Пока не можем Синди просто отпускать, потому что у нас территория не облагорожена. Ну вот договорились с рабочими, что они приедут после праздника, после Пасхи. Так что ждем, ждем. Сейчас Синди тяну. Сидит спокойно она знает, что она пойдет гулять, просто сначала всегда капризничает. Слышите, вот, молчит. Молчит. То, что я рот удерживаю. Да ничего я не удерживаю, вот она. Она просто не любит на руках сидеть. Когда ее берут, когда ее поднимают, мне иногда кажется, может, у нее что-то болит. Да нет, вроде не болит. А сейчас она такая. Не пугай ее звуками. Сейчас я застегну. Я не понимаю. Синди, я сегодня покупала Синди. Ну вот просто полосы. Все, готово? Некоторые говорят, что это больно кошке. Что ее купают? Да. А ты ее когда купала? Когда ты успела? Сейчас. Вот. Вот не любит, когда поднимают ее. Не любит, орет. У нас, ребята, праздничный обед плавно перетекает в праздничный ужин, потому что у Анатолия Григорьевича что-то случилось дома с водой, и Лёша сейчас поехал вместе с Анатолием Григорьевичем покупать какой-то переходник, чтобы вода снова пошла в дом. Ну, это вот такие вот минусы своего дома, что может случиться что-то непредвиденное. Лёша на бегу съел грудинку, кусочек хлебушка нашел. Я достала сыр, но он его даже не попробовал, но сыр шикарный. Сейчас я вам покажу. Шикарный сыр, очень вкусный. Мы покупаем у тех, кто делает это дома, у фермеров. Нам очень нравится. Ну вот сейчас приду, пасочку доем. Хочу выйти на улицу, проконтролировать Алису. Вы где? Алиса так и ходит в этом платье. Это моя мама заказывала на сайте Shein. Отпусти ее, пусть сама ходит. На сайте Shein. Алисе очень нравится. У нас жара. Да, она сама пойдет, отстань от нее. Кушает, да? А ладно, я не включу. Угу. Алис, перестань ее трогать. Лёша мне вчера говорит, Юля, нужно вот сюда, чтобы ты вышла и убрала эту траву. Вот здесь и вот там, около забора, а чтобы я все это убрала. Тут Синди валяется. В общем, ребята, скоро выйду с лопатой. Буду не прямо... надо, тут Синди валяется. Буду прямо выковыривать это все. Тут Синди валяется. Синди валяется. Синди клещей хочет нахватать. Я же не знаю, у нас здесь участок обработан или нет. Давайте в нашу клубничку посмотрим. Кстати, инжир у нас все-таки умер. Вот он, инжир. Видите? Пустой. Безжизненный. У соседей музыка играет. Клубничка наша, клубничка. Вечером, наверное. Ну, посмотрим. Вот у нас ужин будет вечером. Вообще, я думала, что вечером выйду. Немножечко здесь поковыряюсь. Ну, так, знаете, слегонца. Сильно-то, наверное, работать нельзя в праздник. Поэтому хотела немножко травку пощипать. Но если что, то завтра этим займусь. Вот эту я заменю. Сильно маленькая. Вот эту можно заменить тоже, какая-то малышка, она совсем прям... Ой, смотрите, какая красота, это от соседей. От соседей. Здесь у нас будет место для генератора, на случай, если отключат электричество.
вот такую капитальную конструкцию сделали. Здесь будут дверки открываться. И генератор будет стоять у нас на бетонной вот такой подставке. Будьте аккуратны, девочки, везде штыри стоят, хорошо? Ну, вот ходит она, ходит с Алисочкой. Ну-ка, что там у соседей? Давайте заглянем. Ну, у соседей, конечно, огромный участок. Да, Алиса? Вообще огроменный. Вообще огроменный. Ты чё, мой стол? Огроменный. Так, какой-то пакетик нужно выбросить. Все, отпусти ее, Алис, там самая жара, не ходите туда. Вадик приходил. И здесь у нас все. Как это называется? Ну, не перекопал, ну или перекопал. Короче, перемолотил. Все перемолотил своим агрегатом. Ну, тоже так, знаете, пока не очень, потому что земля влажная была. Вот она только сейчас подсохла. Ой, работы еще много. И это, если честно, радует. Потому что интересно, конечно, жить в своем доме. Мне кажется, сейчас столько сил сюда вложишь, а потом уже уезжать отсюда не захочешь. Как вам, кстати, наша веранда? Симпатичненькая? Мне нравится. Мы еще верх не обшивали, но низ мне очень нравится. И сейчас я вам еще покажу крыльцо, кто не видел. И вот такое крыльцо. Нашла платьишко. Это, по-моему, платье Василек. Пойдем, пойдем домой. Алис, ты хоть бы кепочку какую-то надела. Вот это деревце, оно вроде живое. Но почему-то вот оно не проснулось. Вот это проснулось, а дальнее тоже у нас не проснулось. Это, кстати, у нас, знаете что? Это у нас посажена шарафуга. Персик. Персик. Персик с чем-то еще. Вот проснулась. Умничка. Ну-ка, давайте вот это глянем. Решили, знаете что, с Татьяной Викторовной здесь делаем? Тут что-то... Ну, почечки живые. А, решили, что здесь, пока эти деревья маленькие, здесь можно будет сделать вот так поперек грядочки. Ну, с морковкой, например. Синдичка, успокойся. Тебе Алиса травку нарвала. Дома тебе сейчас даст ее. Пойдемте. Аккуратно, аккуратно. Везде, Алис, везде натянуты веревки. Заходите. Надо кондюрики ставить. Дома жара, да, Лиз? Ага. Вот и курочку разогрели. Разогреваем все в духовке. Вчера жарила курицу с картошкой. Это я Лисочке сделала покушать. Горячо, да?